Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Хотите, чтобы ваши дети выглядели стильно и ярко? Тогда вам к нам! В магазинах Grand Kids скидки до 25% на осеннюю и зимнюю коллекцию верхней одежды. Торопитесь за выгодными покупками. Grand Kids, улица Гагарина, 37, торговый центр «Космос». Пишите только по 15 сентября в Доме быта по адресу улица Островского, 74, Кировская меховая ярмарка. Распродажа коллекции шуб 2017 года, дубленок и кожаных курток. Новое поступление норковых и мутоновых шуб по приятным ценам. Действует акция «Принеси старую шубу в обмен на новую». Предоставляют кредит без первоначального взноса. Вас ждут по адресу Дом быта, улица Островского, 74, второй этаж. Гостей и жителей города Печоры приглашает Кировская ярмарка меда и продуктов пчеловодства от Доброго пасечника. В ассортименте мед, перга, мед с прополисом, мед в сотах, воск, травяные чаи, бальзамы, ягодные сиропы для детей и взрослых и многое другое. Пенсионерам скидка. И это вся информация на сегодня. Не переключайтесь, впереди прогноз погоды. Партнер программы «Прогноз погоды» – магазин «Колор». Магазин лакокрасочных материалов «Колор» предлагает вашему вниманию обои под покраску, стеклообои, краски премиум-класс «Аппарат», большой выбор водно-дисперсионных красок, эмалей, грунтовок, а также лаков и аэрозольных красок. Также имеется компьютерная колеровка для красок «Парад» и «Лакра». Большой выбор сыпучих смесей, малярный инструмент, герметики, монтажная пена, гипсокартон, фанера, профнастил, минеральная вата и многое другое. Бесплатная доставка по городу от 5000 рублей. И о погоде. По данным Печорской гидрометеобсерватории, завтра, 14 сентября, в Печоре ожидается переменная облачность, временами дождь. Ветер западный, северо-западный 7-12 метров в секунду. Днем порывы до 19 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью будет плюс 7-9 градусов, а завтра днем плюс 10-12. Уважаемые рекламодатели, разместить информацию в нашей программе вы можете, обратившись в центры обслуживания клиентов по адресам улица Островского, 74 и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 3-56-90. Информация дублируется на нашем сайте www.volnaplus.ru. Вы смотрели программу «Прогноз погоды». С вами была Наталья Оншина. Всего доброго и до встречи!